Всем привет, YouTube привет. Hyundai Sonata. Будем снимать бампер. Вот такая у нас Sonata. Тагазовская. Как снять бампер? Значит, специально я немножко подразобрал, чтобы было понятно. Значит, под фонарем здесь крепления, вот они. Вот в торце здесь. Вот такие болтушочки. Дальше бампер здесь. Вот отсутствует один болтик. Здесь он крепится. Потом вот здесь то же самое болтушочек. Дальше у нас еще вот тут надо отвинтить, снять брызговичок. Теперь вот они пластиковые тут. То же самое надо выкручивать. Вот такого вот вида. Вот. Здесь, 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 здесь. Снизу то же самое. Сейчас я покажу. Вот они крепления. Здесь их три штучки. Вот. И в принципе все. Ну, фонарь снимается, понятно. Вот они четыре болтушочка. Папа-мама разъем здесь. Нажимаем и вынимаем. Вот в принципе и все. Я думаю, сложного ничего нет. Да, обивочка здесь. Обивки я подразобрал. Вот здесь такие же елочками крепления. Вот многоразовые. Вот они. Вот такого вида, вот такого фасона. Ну, машинка уже как бы старенькая, в делах побывала. Как мы видим, тут немножко она неухоженная. Вот, ну, пробежная машина. Но, тем не менее, речь не об этом, а о том, как снимается бампер. Вот она накладочка здесь. Тоже уже пообломанные. Штифтики такие, как гвоздики, забиваются на пружинках. Вот, вот, собственно, и, наверное, первая часть закончена. Как сниму, покажу все остальное. Вот сюда прикручивается он. Вот они, раз, два, три. А здесь снизу ничего нет. То же самое надо открутить, потому что тут оно, защита вот она небольшая. И к ней крепится брызговичок. Вот они, саморезы такие, под крестик. Это иголочка для того, чтобы почистить, чтобы хорошо заходила. Машинка старенькая, как мы видим, все тут подзаржавело. Откручиваются они с трудом. Вот он финиш. Все крепления сняты. Вот тут в бампере еще такой есть вкладыш, который вставляется. Вот. Так что не так уж это все и сложно. Вот они все крепления я поснимал. Вот где крепятся. Вот болтушочек. Здесь, здесь это изнутри откручивается. Вот они два здесь. В нижней части бампера. Вот они ушки. И вот здесь. Вот, собственно, и все. Вот так легко, как говорится, непринужденно снимается бампер. Все, всем спасибо за просмотр, удачи!